Значит так, техническое устройство. Сюда, внимание. Мотор микроавтобуса Ниса. Объем 2,1. Низкооборотистый движок, типа волговского похожий. Радиатор волговский. Дальше. Коробка передач от Зила. Мост нисовский, родной. Похожий на УАЗовский. Ну, чем зиловская коробка хорошая, там первая передача 7 с копейками передаточное число. УАЗик первого понижен. Ходова, передок, балансир. Сзади что? Сзади нет ходовой. То бензобак переделанный из баллона. Это, возможно, будет ставить газовая аппаратура. Сделана гидравлика, цепляется двухкорпусный плуг, и вот это все нормально едет. Колеса Таври, сидушки Таври.